Наша выставка, вот эта, она имеет огромное значение в плане творческого развития детей. Традиционный творческий конкурс «Пасхальные светы радости» в этом году все же состоялся. Юные авторы присылали свои работы из всех уголков Одинцовского округа. Родители привозили рисунки и поделки в Захаровский дом культуры. Введенные ограничения сказались на подготовке. В этом году у нас, наверное, как все ожидали, что он сорвется, этого конкурса не будет, а проходит он уже 17-й раз. Мы очень переживали по поводу того, что Дом культуры был закрыт на карантин. Участники проявили безграничную фантазию. В ход шло все – от бумаги до макаронных изделий. Удалось создать действительно необычные работы. Например, торт в виде пасхального цыпленка. Кроме того, конкурсанты постарались придать творчеству особый смысл, учитывая пасхальную тематику. Все картины, они наполнены какой-то вот любовью, теплотой. И, мне кажется, очень сложно жюри выбирать, конечно, победителей, но... Всем желаю вообще удачи, и такой конкурс должен, конечно, продолжаться и развиваться, и границы свои должен расширять по всему Одинцовскому округу. Выбрать лучшие работы членам жюри было очень непросто. Тем не менее, победители определены, и в ближайшее время все получат заслуженные призы. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».